Давайте первого милика рыцаря сливайте. Давайте. Помогайте Маздил по рейду. Если вы играете иссушением, играйте в звезду иссушением. Так, сейчас поднимем. Тут 4 танка теперь, ну, хилить хилы. Пул, перк, ювей еще добавился. Где гнижок-то? Так, поднимите пока людей, я пойду по контролю. Присты, давайте, пошли за мной. Брать не хотите человека? А я что сказал? Так, а нет, мага можно овцу? Да, я можешь. А нет, овца не действует на нежить. Так, присты, больше некому. Ладно, вот кидай звездочки контроль. Я кину. Кому-то еще. Пошли. Бейте звездочку. Потом кружок. Так, давайте мы идем к трэшу. Даем кольцо льда, отходим. То же самое паладины. Не их небес, бьем трэш. Может, таурены могут слить расовый скилл громовая поступь. И как оно называется? У всех бафы есть. Бафы тире. Реги уже кончились. Пристабаф. Дайте поварам. Пристабаф, лапу еще. Каска. Каска есть. Кулак поварам. Так, будет звезду за контроль. Сейчас кружок будем бить. Командира. Это череп. Подожди, не сейчас контроль. Так, иди контролить звезду, я кружок. Классно поконтролил. А, это у меня такие фризы. Класс. Кого нету боя, поднимайте меня. Так, внизу рыба стоит. Привет, Даня. Привет, гружусь. Давай. Стербан, ты в РК? Скажи что-то. Идите круг. Все, да, не можешь. Не ретрик, хотя. Кем? Не знаю, кем. Кто будет полезнее вообще? Не шарю просто. Хотя ладно, давай, хочешь ретрик или не. Там хулипал есть. Могу шипы зайти. Да посмотрим, там на лича может надо будет шипа. Ну давай сразу на шипы зайду. Да не, ну, давай, давай после вальки на шипы. Тут осколки никому не нужны, можешь зайти на кого-то. Бейте, тактика. Стербан, скажи что-то в РК. Кто-то говорил. Ты спрашивал про это. Че ты ничего не сролишь? Или что ты там говорил?
я не понял. К сожалению, у нас типа ГП система. Ходишь в рейды, получаешь очки. За очки ролишь вещи. Не ходишь в рейды, ничего не получаешь. Кушайте рыбу. Кулак повара можно? Да, ретри этим занимается. Да. Да? Принимай сумон, пишет, нельзя применить цели. Давайте заново распилим бафы. Ретри, кулак и антикаски, тюменский крест. Что там, седли, читы. Да, в ДД спекайся, QV. Каску повара. Да, Санти разбафает, наверное. Каску помогает. Есть. А квесты тоже записываться надо? Или только на осколки? На какие квесты? На шеем, которые. Не, просто говоришь Релу, что ты хочешь делать квест. Седли, ты кого танчишь? Двоих сказал. Ладно, тогда напуливаем Талдорама на Седли. Все, давайте выходим на рейндж, запускаем босса. Что там, ДЦ нету. Так что держим дистанцию, ДЦ нету. Слышали, что дистанцию держим? Хотелось бы дать рост. Настик, есть БР? У кого БР? БР без КД, поднимите Элисанду. Я поднимаю. Поднимай. Давайте рост, КД. Давайте помогу. Раньше набрали, вихрь пошел. Каску по Элисанде, лапу, пристабав. Могу дать пристабав, регов уже нет. Смарткил, у тебя ДПС так себе, следи хотя бы за сферами. Бей сферы. Да, кель. Смарткил, давай. Сверху поднимай. Остальные бьют келя. Смена цели будет на Талдораме. Отбегаем как можно дальше от Талдорама, следим, что с него вылетает. Вылетает шарик, от этого шарика отбегаем. Как можно дальше. Выходи, выбегай. Бух! И улетел. Не тот шарик, повезло нам. Но нам не шарик. Давайте, Волонар. Опять Волонар. Это означает, что нам нужно набрать дистанцию, так как будет еще один вихрь. Нужно будет на дистанцию выйти. Помочь мне поднять кинетику еще. Вихрь кастует. Разбежались. Сейчас будет огромный бум-бум. Черт, не успел прожать. Твою мать. Поднимите его. Спекайте. QV, спекайся в танка. Поддержишь трэш. Так, вот это кольцо на лока, на приста. На аркан мага ПВПшного. Потом ты на мейн рулишь? Угу.
Так, подогоди, когда было. Спасибо. Иван, ты одну шмотку забирал? Или ничего не забирал? Он, по-моему, шип забрал. Там агрите, пока трэш, не могу метки поставить. Тактиков поконтролить, остальных заливайте. Так, ДЦшное кольцо надо кому-то. Напуливайте еще. Рольте на офф. Кольцо ДЦшное бисом на офф. Тянем дальше. Смарткилл, ты тут? Дружище, не ФКш. PS5K. Ты ФКшишь. Вот-то появился Дживс или нет? У меня Дживс есть, поставлю первым. Вот, давай. Ну-ка, запрыгните кто-то. Звезд. Ты где снова? Так, не агрите пока, я пойду по контролю. Тебе в кружочек. Только не агрите звезду. Потом звезду, да. Да ну, я очку выйду. Читер. Так, я на секунду отойду. Давай, Джуса. Я добавляю. Ну что там? Чекаю. Никада. О. Никада готова.
Никада. Никада. Она готова. Как она сказала? Не за что она шевелится. Да, я вижу, как она готова. Охуенно. Никада, ты тут? Кусаешь пулпера. Понял? Ок. Тюменская баба, выбегай. Глыбу, беги. Ну, давайте, мизантроп, огнежок, ЮВ, пакт. Мизантроп, не кастуя, беги. Баба побежал. Смарткил, мизантроп, пухнастик. Кусайте магов, I'm sorry, Лиссандру или Певчо. Давай, я тебе кину антифир. Гекада, беги. Ретрия. Взлетает Лана. Прожимаешь мастер аур. Сэдли, прожимаешь священную жертву. Все присты, поем гимн отхил. И отошли. Отошли, дистанцию набрали. Спели гимн. Продолжим. Бить босса. Все, давайте рост теперь. Никак, давай рост. Анти, апис, кральчик, пакт. Анти, выбегай. Всех лагает? Да. Это подвесон. Какие-то странные. Пулпер, огнежок, гекада в центр. Тюменская, бабл, выбегай. Ох, блять, еще ж надо укусить кого-то. Кусайте людей. Или кинь укушены. Кусайте Мелизона, кого угодно, просто укусите. Я завис. Что-то висит все. Все, мизантроп, до свидания. Я завис. Да я понял. Сливайте мизантропа. Апис, выбегай. Слейте гимн отхил. Минус 4. О, сейчас будет весело. Давайте дистанцию набираем. Быстрее убивайте босса. А то, мне кажется, мы не выживем на взлетке. Вчера на ламе меня тоже. Сука, ой, щит, блядь. Телека банки ГЦ, блядь. Щит. На ох. Фу, блядь. Тюменска, ты на ретрика? Да, вспомнил.
Защитник, воин, охотник, шаман. Кто-то из вас двоих ролил. Гигата, ты передавала или оставила? Ну, конечно. Жесть, можно идти смело покашить 15 лямов отрыва. Блять, может потому что ты один миллик в рейде? А я играю за креста. В смысле один миллик? Какая разница, миллик ты или нет? Ну ты говоришь, что миллика можно, ты не обгонишь за креста вара никогда. Ну, если ты будешь за креста, а я буду за вара, ты никогда меня не обгонишь по трэшу. Но если я не буду афкашить, буду бить его. Никогда не обгонишь. Ладно. Все равно 2 ляма отрыва. Или сколько там? 20-15 лямов отрыва? Ну это с учетом того, что первый по ДПС на боссах. Ну, ладно. Доходи пока Апис. Ой, не Апис этот. Пухнастик на ханта своего. Ох, кому не жалко КД на хилов, заходим на хилов. Я спекнусь. Ретри, если чё. Милики, бьем звездочку. РДД, бьем кружок. Сейчас будет смена мобов. Милики отошли от этого кружка. Давайте тут внимательно захиливайте, потому что сейчас трэш сагрится. И нужно будет сильно хилить. Тогда внимательно ману залейте. Так. РДД, кружок. Милики, звездочку. Сейчас кружок телепортнется в рейд, так что отбегаем. Вот, телепортнулся, отбежали от кружочка. Убейте точечно звездочку потом. Побежит. Играем все в звезду. Милики стоим, пока ничего не делаем. Видите череп где? Вот за череп и заходим РДД. Милики, играйте в звездочку. Потом тяни кружок. Потанчи, тяни кружок, если можешь. Шо? Играйте в кружок, РДД. Thank you.
спокойно жил после смерти. У вас задержка показана большая? Это серверная задержка. Давай посмотрим. Раз. Серв ин. 209 сойдет еще. Когда уже закроют сервер, а? Сейчас я покажу господину, кто из... Не будет задержки такой потом. Давайте отпиздим кодекса. Вы друг. Какая задержка. Сайт. Меня на ляме. На ляме Вальки поджидался. Вот как круто зависает. Значит, вообще какая-то матрица идет. Меня показывало мою личную задержку в одну секунду. Сейчас уже нормально. Так, у нас три холипала. Ретри, Анди Тюменская, Гекада Эршам. Вот, вчетвером будете по порталам бегать. За звездочкой. А скажите... Без метро. Давай, веру друг. Чё? В таких случаях, вот когда три холипала, они частицы на хилов вешают, себя захиливают, или как? Не, на Вальку все. А, не так? Да. Да не оставайся в приз в ШП. Альфари, у тебя шрам есть? Спекайся. Давайте так, три холипала, два рестер шамана, Альфари, Гекада. И мизантроп. Ладно, мизантроп, давай обратно в сову, крита нет. Короче, три рестер шамана, три холипала, хилят Вальку, а описывают хил, хилят рейд. Кушайте рыбу. А, то без него там тоже хил. Там не жоп тут. Этих фулбов. Пуо. Устал уже. Каску, пороги и приставов. Приставов есть, каска есть на тебе. Чек на... Ладно, чек на пол был произведен, тогда хилы все готовы. Вот по ДБ можете начинать. Я, короче, отойду пару минут. Не умрите тут. Если ты не занят вообще, вижу.
сейчас у всех лагает или нет? Да. Сейчас я просто матрица покадровая какая-то вот. А сколько БР по времени занимает откат? В принципе, 10 минут как раз до Синдра и откатит. Бэкните. Огнежок я один. С этих порталов можно раздавать. Хоть вордалаком поднимите. Окей. Да радуйся. Чего? Отдыхаешь. Давайте рост. Да вы не бейте. Так. Плащ на мейн. Жезл на поле креста. Пойду пару минут. Я тоже. Огнежок тут? Да, здесь. Спускайся. Сейчас залагаешь. Ну, не дыровал дело. Пиздец лагает, блядь. Тебе не поможет ревок, тут серый лагает. Так поставь их как. Драконов будете вести или нет? Чего?
что говоришь? Ахманов, будь вести так мелко. Наверное. Блин, курить хочется. С чего войска на КД? Нельзя, потому что у тебя не фуловые персы, а во-вторых, тебя нету ВКонтакте. Узнать такой пиво букет. Класс. Я знаю, такое вино в Молдавии есть, букет называется. Нет, тут пиво. Нет, тут пиво привезли. Спасибо. Такое пиво Войт называется. Я вот думаю, откуда Ники, да, Войт? Я знаю, Войт есть в Доте такой. Ты не ошибай. Не играл никогда в Доту, блядь. Но там есть такой, типа Войт. Он, кстати, хера. Ну, Войт Кипер есть. Тоже что-то знакомый, но я не помню кто. Войт, ну, это такой хер, короче, охеренный. За него только шарит играть. Когда прорубился, он был реально четкий, вообще перс, отвечаю. Тупо бомба. Ребята, вот когда сидишь в зиму, есть секунды, 58 секунд, а никто не просидел 58 секунд? А она знать? Пропадает потом. А, и все, да? Угу. Ну а как уже исчезает? Там просто таймер показывает, типа тех секунд. Вот там ты еще не просрал все деньги, а то и что-то его не слышно вообще со своей рулеткой. Мутанта, а уже на X5. С рулеткой, говорит. Мутант уже на X5 свалил? Да он же давно там. Мутант, да? Ну не я же. Мутант же вроде своих чаров уже продал, по-моему. И прирастил мне 70к голды. Ну, они ему уже не надо.
Если бы я ему отдал бы 70к, то я бы уже проебал. Сколько? 240 тысяч. Я бы проебал потом. Так он мне 70к отпустил. Рыбу. Альфари, спека севраста шамана. С рыбы можете уйти, да. Ставьте шкафчик. Эти маг. Я краю кука. Он тут. Так, нам вам надо выпить фласки. Эти фласки, это будет минус 250 ЕП или минус 500. Смотрим. Налича надо бумаг. Там в конце боя посмотрю, на ком фласка была, на ком не была. Тоже утверждай готовность, Маркил. Фласки нету. После в Синдри найдешь фласку, ничего страшного. Все, погнали. Тяжко скоро. Побежали. В доте ли? Босс взлетел. Сейчас будут метки. Метки выносим вперед. Держим между метками дистанцию.
внимательно. Прячемся за метками. По центру падает. Разбиваем слева, справа до 300 кхп. Слева падает. Давайте по ССам. Слева падает далеко. Вон ли там кинешь на Аписа. Кралька на Мизантропа. Справа падает. Давайте крайний справа подбить. Там 390к. Это конец, наверное. Играйте все в глыбы. Быстрее. Отлично. Так, на двух хилах освобожденная магия. Ничего не делаем. Смотрим, притяжка. 10 секунд. О, сейчас мои 300 как хлопнут. А нет, не хлопнут. Давайте обдотали Синдру, сейчас взлетит. Давайте смотрим метки. Так, метки вперед. Сэдли, словишь босса на БДК метка. Прячемся двумя метками. Право падает. Внимательно смотрим. Давайте метки. Подберем до 200к без дот. Справа падает. Слева перебежали. Перебежали на другую сторону. Крайнюю слева метку. Фулл хп у нее. Давайте сыграем в крайнюю слева. Все в крайнюю слева сыграли фулл хп у нее. Так, надеюсь, гимн на хп никто не отдавал, да? Хорошо. Сейчас начнется фаза, будем стоять в одной точке, в черепе. Череп вот всегда здесь стоит. В таком освобожденной магии никуда не выходим, ни вправо, ни влево. Стоим, просто ждем 30 секунд. Сейчас будет притяжка. Тут бежали. Так, пошла фаза. Все метки под босса носим. Не надо влево-вправо уходить. Пожалуйста, ставим в одну точку. Элисандра под босса. Милики отошли в РДД-зону. Сливаем сразу метку. Следующий тоже под босса. Гекада, неси под босса. Милики сразу отбегаем. Метку не сливать, притяжка, ждем. Так, на мне освобожденка. Отбежали, отбежали. Сливайте метку. Следующую под босса. Апис под босса. Милики отошли. Милики отошли. Пулпер отошел. Все, Гекада, давай рост. Претрики, старайтесь давать длайн на танков. Они замедленный. Гидерон под босса. Глайн на звезду. Милики отошли. Слили метку. Войд хил под босса. Милики отошли в РДД зону. Милики отошли в РДД зону. Ищите,
Подбежали. Прожми бабу, глыбу сливает. По югим. Кральщик, давай под босса, милики, отошли в РДД-зону. Сливайте метку. Милики, давайте в РДД-зону. Слить метку. Следующий тоже под босса, все хилы с освобожденной магией. Никада, давай под босса. Сливайте. Следующую вправо. Метку вправо следующую. Вот не жоп, знаешь, почему надо вправо носить? Да я по привычке, сори. Я знаю, потому что дыхание. Да, предыдущей гильдии привык влево выносить, сори. Ладно, сейчас будешь вправо выносить. Да. Просто тупо на автомате выбежал, как только метку видел, не думая. Ладно, ну это такое уже. Коритель. Рога, ДК. За КП или без? Чего? Ченьки за ГП дают? Да. Понял. Так. Танчо, ты на кого ИП получаешь? На Вара. Чё рулишь? Я вот, кстати, насчёт печенек я хотел узнать. Можно их пустить? Не, ну можешь давай другому, мне они не важны. У меня ДК и так бис. Ладно. Захожу на ДК. Может, давай ты уже потанчишь? Не, не могу. Я уже дохуя. Мне неудобно реалити танчить. Молодцы. У вас все еще лагает? Радостью поэрелил бы так. Ну и потанчил бы. Че, курнем одну минуту, да? Кури одну минуту, пока я перезагружаю персов. Кури, здоровье вредить. Лучше быть. Ласки надо, да. Не скрою. У меня изделие несокрушимости, хочешь, дам тебе. И не голды, не фласки, если что.